В Музее современного искусства ЯЛО открылась выставка фигуративная. В этот раз представлены работы трех художников – Владимира Хрустова, Валерия Левотаева и Владислава Цапа. Разнообразие образов и сюжетов привлекли внимание зрителей. Директор музея отметила особенность этой выставки. Вот я не побоюсь любого восторженного эпитета, это замечательная выставка под названием «Фигуративно». Почему фигуративно? Потому что, вы видите, на каждой из картин присутствуют фигуры, зачастую не одна, и часто это работы, в которых есть сюжет, который можно рассказать словами. Посетители старались рассмотреть каждую деталь работы и через них постичь замысел автора. По словам Владислава Цапа, самое сложное для художника – это не научиться писать картины, а придумывать сюжеты. Я раньше думал, ну что сложно придумать, да научиться бы рисовать, а ну, придумай, да я за 5 минут кучу вариантов. Нет, это самое сложное. Вот, например, ну, скрипачей много раз писал, ну вот здесь решил сделать такой вариант. Пригорок, сидит скрипач, скучно. Я потом нарисовал летящих по небу женщин, это его поклонницы, в белом одеты, и сразу же получился какой-то сюжет. А сюжет интересен, когда задается вопрос, а что бы это значило, а почему? Посетители могут рассчитывать не только на эмоции от выставки, но и на небольшой подарок от музея, согласившись принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно приобрести билет на выставку, написать имя и номер телефона на листке и поместить в специальную коробку. А уже 30 ноября подведутся итоги розыгрыша и выберут победителя. Софья Гинатулина, Денис Листюхин, Новости 21.